Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами Локи и Бочка Эля. Приветствую всех. И мы продолжаем играть в Dead Space 3 в кооператив. В прошлой серии мы тут запустили какую-то электро... Реактор, что ли, назвать ну, его? Да-да-да, что-то такое. И встретились с оставшимися из команды живых. Выжившими. Теперь пойдем дальше. Нам да. надо обратно. Это вот наш первый станок, которым мы... Немножечко разобрались, как делать оружие. Уже второй же мы же один находили. Да? Ну, помнишь, еще там, где две лестницы по краям были. Черт, память Айзека всегда не была лучшей. Так, ну что ж, вперед. Вызываем лифт. Заходим. Здравствуйте, вам какой этаж? Курьер, мне вниз или вверх, куда поедет? Ладно, поехали. Вниз. Не прижимайтесь ко мне, пожалуйста, так. Ну-ка, отойди от меня. Я очень боюсь тесных помещений. Так, приготовились. Опа. Я возьму вторую отталкивающую пушку. А я посерьезнее тоже возьму. Кулак. О-о-о. Нет, эту. Там не сверху случайно. Что-то все остановилось. Что-то да. Что-то там кто-то ползает где-то. Смотри наверх. Что там? Ну что-то как-то прямо. Ты вон посмотри лучше туда, вперед. Уй. Уходим. Ё-моё. Это что такое вообще? Это кто такое? Давай вон по наросту, наверное, шмалять надо. Отлично. Ну что, пробуем двигаться? Я пока сюда в лифт зайду, перезаряжусь. Надо посмотреть, что у него там еще где есть. Слушай, смотри, опять такая же херня. Может, его током надо шлепнуть? Ага, ну, давай попробуем. Смотри, в эту сторону. О! Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Твою мать! Отлично. Лифт. Опускаем. Мы не можем опустить, мы сломали эту херню. Да, ну и клешня уползла. Хрен с ним. Так, пойдем во вторую. Если мы до туда дойдем. Показывает что-то. Смотри-ка, есть баллон. Я у тебя заберу его. Не могу забрать. Нет. Нет, так, смотри, давай еще раз попробуем то же самое сделать. Так, а это кто тут? Аккуратно. Давай, я запускаю эту шарманку. Бежит. Отдыхай. Да. Ну-ка, давай что-нибудь мне. Ничего не дал. Так, вперед. Так, кто-то еще вон на той стороне. Бежит. Отдыхай. Я ему ножку подрихтовал. Ёшкин. Так, кто тут еще? Клешня. Патроны, как всегда, вовремя. Все, готов. Отлично. Так, вперед. Кто орёт-то все? Да это, походу, дела вот этот червяк. Глист. Ему не нравится. Да, мы его немножечко поджариваем. Ох, клешня вылезла. Гаси ее, пока запущу. Ой-ой-ой, кто-то на меня тут вылез. Ой-ой-ой. Клешня. Отлично. Вовремя. Так, ну что? Так, что-то звук громкий, нет? Или мне кажется? А мне уже море экшена. Подожди, я проверю звук. Давай, я тоже тогда сейчас чуть-чуть потише надо. А то... У меня... 13 сделаю. А у меня, слушай, у меня все на 10 было. И довольно нормально. Ладно. Погнали. Так, чё, все? А теперь-то кто орёт? Да нет, показывает дальше. О, лифт. Вернее, не лифт, а в эту дверь. А снизу-то... Да нет, вроде никого не видно.
Все открыть. Так, ну что ж. Давай, ты первый. Спасибо. Если меня убьют, ты будешь знать об этом. Пока не буду, потому что у меня почему-то не появляется подсказок, типа вот, когда на меня напал, я уже по привычке А начинал долбить. И сейчас так. К лестнице подошел, ничего не написал. Может, ты отключил какие-то подсказки? Не знаю. Спускаешься нормально? Я уже за тобой. Все отлично. Нам вот сюда... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня что-то тут... Так, нам уже... Замедление на Y. Стазис, стазис. И дальше-то что, взлетать? Да. А, стоп, надо пополнить было. Да. Уй, он заработал. Так, надо оттуда будет с воздуха какого-то заряжать. А ты не думаешь, что он нас сосет туда, пока мы взлетим? Давай-ка мы его лучше сразу затормозим и полетели. Полетели. Твою! Не лети! Не... А, ну да. А что, тебя засосало туда? Нет, там второй вентилятор работает. Ты слишком близко подлетел к нему? Да, давай еще раз. Один раз. Полетели быстренько. Все, давай. Я успел. Так, какая же фигня. Отлично, все. Так, хорошо. Вот этот ящик можно разбить. Там что-то мы взяли. Так, ну, наверное, сюда. Выбора-то у нас маловат. Да, именно сюда. Так. Тут тоже только лестница, как я понимаю. Ну да. Ух, эти темные коридоры. Начинается вот что-то со второй части, что ты ходишь и просто ходишь. Ну, в этом-то и фишка. Ну, смотри, игра сохранена, значит, сейчас что-то будет. Так. Ой, ёлки-палки, быстрее выходи. Неожиданно. Ох, мне прямо на голову свалился. Да это он тут помирал. Видишь, он такой рукой как дружбана обнял свои крыши. Так, смотри, у нас... Давай-ка сюда зайдем, посмотрим здесь вот. Поищем что-нибудь. Так, а что это? А нам вообще куда? Давай посмотрим. Ага, нам эту дверь, так что пока сюда не пойдем. Да, здесь посмотрим, что есть. Сходим до туда, до конца. Тут заперто, собственно. А вот тут ящик. Аптечки. Так, ну здесь пусто. А чё вы тут светится? Какой вид? Просто лампа. Видимо, да, я так и не понял. Да, так. Вид потрясающий. Хотя, вот ты так просто смотришь, как будто реально налепили картинку. Оу-оу. Заходи-ка сюда в гости. Ага, тут на двоих. Итак, что это у нас? Отлично. И... А, да, двигай своей. Вот на том, да. Нажимай. Нажимаем. Активировали. Активировали. Готово. Дверь открылась, лифт запустился. Да, запустился. Ну, тут какая-то головоломка. Ну, в Dead Space всегда это было довольно просто. Смотри, там чувак лежит в конце. Раз. На всякий случай, чтобы обратно мы шли. Так, ну что же, лифт. И что-то интересное нас ждет впереди. Я думаю, да. Да, кстати, дорогие друзья, пользуясь видео, я хотел бы вам напомнить, у нас конкурс на каналах. Вот, смотрите на наших каналах конкурс «Любители Майнкрафта». Будет это очень интересно. Да? Правила простые. Там прочитайте, я думаю, да. Не в игре пересказывать нам. Не будем отвлекаться. Оп, заставочка. Ну, я еще вовремя ему голову отрубил. Да, у меня пока показывает, что он с головой. Есть какие-то граффити. На непонятном нам языке. Да. Там даже фотографии, по-моему. Ну, это я за такого красавчика. Да. Обугленного играю.
Да, какой-то латинс, я бы сказал. Кобелиску. Думаю, да. Похож на тот, что взрывали. Да-да-да, именно машина управляющая. Она писала, говорит, об этом. Так он понимает эти каракули. И я же все жду, когда мы оденем наши новые костюмы. Да, мне тоже интересно. И мне интересно, вот я бы хотел какого-то, знаешь, огромного босса, как я помню, по-моему, во второй или в первой части там был такой с двумя большими клешнями. Да-да-да, это... Бегал за тобой. Огромный. В первой части. Так, ну что вот, же. Смотри-ка, тут какой-то артефакт сразу. Забирай. Забрал. Так. А, что-то он хочет нам обратно. Так. А тут наверху у нас... О, смотри, какой кораблик. Да, не, у меня в детстве такой был. И знаешь, что я делать любил? Вот так вот, да? Ногами его, руками. Он какой-то не ломающийся. Ладно. Товарищи, нам, наверное, обратно. И одна, видимо, из одной из дверей должна... Опять на лифте шлепать. Так, на всякий случай перезарядим все оружие. Ух. А, все, у меня полностью перезаряд. А ты из этого-то не стрелял вот такого? Который. Как у меня он? Вот такое вот. Вот этот с зарядом воздуха. А, нет, у меня было, это ты просто его модифицировал. Не, я его просто собрал первый раз. А. Так я с автоматом. Автомат-дробовик, который два в одном. Ну, как мне по душе вот этот вот резак. Да, вот я его хочу его, наверное, улучшить. Так, так. Ну что, давай. Звук. Так. Отлично. Нам куда, налево? Да, показывает налево. Ой-ой-ой-ой-ой! А, вот от меня упал он. Да, это которого мы уже... Я его задел, да, он зашевелился просто. Так. А, опять кинотеатр, по-моему, здесь уже были. Да, мне кажется, мы выходим... Стоп, тут что-то валяется. Две смолы. А вот сюда смотри. Тоже. Отлично. Там еще на другой стороне я видел, что-то блестело. Да, пошли проверим. И, возможно, сейчас кто-то тут... Ты мне напоминаешь друга моего одного. Мы когда играли в Warcraft, он все нидел. Все собирал, ничего не пропускал мимо. Ну так правильно, чем больше, тем лучше. Так, и, вот. Кстати, у него всегда было больше всего денег. Ну тогда всего продать можно. Так, так 3 стабилизатора мне уже не взять. Патроны тоже не взять. Так, твою мать. Он даже без головы шлепает. Отходи, отходи. Еще прет. Еще и не один. Фух. Ну что ж. У еще один стоит. Ну-ка, упал, отжался. Все. Какие-то агрессивные. Надеюсь, да, все. В агрессии не отнимать. Стоит, стоит, стоит. Хорош моего. Так, сзади. Чисто, все хорошо. Так. Перезаряжаемся. Так, я сейчас сзади еще посмотрю, что тут было. Как-то мне такое ощущение, что мы по тому, одному и тому же месту ходим. Либо тут все... Надо вернуться, наверное, да. Либо тут все одинаковое. Мы с тобой, к сожалению, пропускаем сюжетные моменты в игре. И... Да, не суть. Ну да. Что-то новенькое. Да, какой-то большой лифт. Ты готов? Всегда готов. А, понятно. Отлично. Вот тут как раз верстачок. Да.
самый первый. Здорово. Так, ты к ней уже подстроился, я смотрю. Ну, титьки огромные просто. Кстати, и не только титьки. Ну да. Зачет. А, тебя шлепну по жопке. Неплохо ты ей так приложился. Вот так вот. Сразу. А я пошел, пока тут себе что-нибудь починю, пока ты там забавляешься. Все, я тоже. Так, это у нас ничего. Так, попробую улучшить. Так, что-то новое. Хочу резак, резак. Вот я его прям вообще улучшу. Так, улучшить оружие с помощью... Цел, лишний патрон. Блин, а у меня нету ничего. У меня, кажется, тоже ничего нет. Так, так, так. И создать я ничего не могу. Ну ладно. Видимо... А вот что-то новое еще у меня появилось. Вот левослотка я поменяю. Что там у тебя появилось? Вот темп стрельбы. Это в чем? Это в новое, там вставляешь в слот. Mm-hmm. Нашел где-то? Пока нет. Модификация оружия называется. Ну да, и надо выбрать оружие, да? Да, и... А-а-а. Вот аптечка, средняя аптечка, батарея, стазис могу сделать. Ладно, пока мне это навалом, я не буду засоряться. Слушай, а если мы один раз пройдем, возможно ли, что эти ресурсы останутся для хардкорной игры? Честно, не знаю даже. Так, ладно, пока не... Да что, он издевается, нам куда туда опять. Что, опять назад? А нет, 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 мы здесь не были. По-моему, мы как раз в прошлый раз через этот и шли. А, вот он, вот он! Гардеробчик. Да, я первый. Ну, давай, заходи. Я посмотрю со стороны. Разблокирован. Костюм свидетеля Иеговы. Сменить костюм, еще и улучшить. Ты еще и Иудой будешь. А почему-то, блин, не могли два сделать, что ли? Но я думаю, это в дальнейшем будет. Так, ну что, товарищ, я хочу выбрать костюм. Давай, я даже отвернусь. Не буду смотреть, каким крутым ты оттуда выйдешь. Костюм свидетеля. Давай, я прям со стороны смотрю. Если не понравится, я тебе сразу пулю в лоб. Нет. Оп, испарился. Дай мне хоть шанс один. Так. Я буду оценивать, как на свадьбу. О, ну слушай, какой такой черненький. Да говно какое-то. Ну да, он на зимний очень похож. Погоди, я поменяю. По-моему, он его просто раскрашивает, да? Да. А какие там, сколько у тебя всего доступно? Три костюма. Костюм контактера и костюм... Вот P7 возьму и все. Срать. Это прям какой-то вообще, знаешь, как будто я варор какой-то. Да-да, такой, такой этот... Из... Меховой. Меховой, да-да-да. Из севера такой вылез. Тебе надо этот собак еще. Ой, во, это... вот этот я возьму. Из это, Mass Effect. Это Mass Effect 3. Божественно. Это мой костюм. Так, хорошо. Какой там еще тогда остался? Я его посмотрю. Сейчас скажу так. Назад. И свидетеля это N7, а дальше уж посмотри сам. Так, кстати, можно улучшить сразу же. Давай. Воздух быстренько улучшаю. У тебя такая резиновая упругая попка стала. В сеточку тебе там не поддувает? Да не, нормально. Ну, это чтобы не потеть. Все, кстати, я улучшил броню и улучшил здоровье. Давай уже двигай. Сейчас выйду. А, слушай, обратно свой костюм можно будет этот взять, если что? Конечно. Ну, все. Так. Милости прошу. К нашему шалашу. Костюм спецназа разблокирован. У тебя что-то такое. Костюм свидетеля. Так. Костюм контактера. N7 это мой, да. Контактёром мы не смотрели. Скафандр. Костюм. О, вот это круто. Контактёр не очень, а вот спецназовец. Ну-ка давай посмотрим. По-моему, вот он так неплохо. По крайней мере, на картинке выглядел неплохо. Хотя, может, это этот зимний просто так называется. Ну, ты же всё-таки солдат. Не, хорош, хорош. Может, поменяемся костюмчики?
Вот это нормально. Так, теперь надо его улучшить. Жизнь улучши и броню, я думаю. Воздух нам как бы и так хватает. А скафандр вообще угарный такой, чисто на всю морду. Ну да, я потом посмотрю у тебя. Так, посмотрите. Улучшить X. Здоровье, броню. Ой-ой. Что-то тебя выкинул. Точки продолжить. Так, торможу. Приносим так свои, да, извинения. Сервер EA сам отключился, но мы продолжаем. Да. Так, мы приоделись. Я все-таки поменял на золотой костюм. Бочка Эля все-таки решил, да, себе взять золотой костюм, стать голден боем. Еее, жалко, если бы сейчас было танцевать, я бы сейчас танцевал. Диско. Да. Ты такой еще так элегантно пушку держишь, такой чисто. Так, куда нам? Мой костюмчик очень даже ничего. Так, нам сюда. Да. Так, отлично. Ну-ка, а что у нас здесь? Все закрыто, да? Так, смотри, какой-то люк сверху. Мне он не очень нравится. Так, ну что же, прямо. Из него, я думаю, никто не вылезет. А здесь мы, по-моему, уже были, если я не ошибаюсь. Мы в космос сейчас полетим. Ну да. Точно. Так, что такое? Использовать кинезис. Да это мы уже и без тебя, дорогой, знаем. Так, давай посмотрим, куда лететь. Вон, я вижу, 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 полетели. Подсвети бэшечкой, и если не получится, лети прямо за мной. А, ну обратно на корабль. Так. Ну вот, сюда, так, сюда. Да-да-да. Так, опускаемся. Фак. Да. Так, идет сохранение. Всё. И нам сюда. Что такое апсайд грили? О-о-о. Я сел куда-то за руль. Ну, а я за тобой. Фак, я не люблю рулить. Я, получается, буду стрелять. Так, что у нас? Ну что, давай, хочешь, можем выйти. Да нет уж, давай выбираем все. Давай, я тут ничего пока нажать не могу, так что. А куда нам лететь-то? А, брус силов. А. Данная точка. А, вон, показывает. Грили там вот назад. Терранова. Разве сюда? Это мы сейчас тут. А нам вот сюда, на гриле. Обследовать грили. Вправо. Вот это? Нет, в другую сторону. Черт, да я. Блять. Давай поменяемся местами. Ну ладно. Не быть тебе водителем. Я паникую всегда за рулем. Ну ладно. Ты только мне проезд оплати. Да. Сейчас нам сзади передадут. Кто передаст? Так. Я передаст. Инициализация. Давайте, включайте. Ну, вот, так, смотри, самое, да. Еще правее. Так нет, вот написано, у нас же было задание обследовать грили. Ты думаешь, все-таки сюда? А вот почему-то сверху, смотри, моргает. Ты видишь? Ладно, погнали сюда. Ну, да мне все равно, погнали куда угодно. Я даже не управляю. Ну и слава богу. Да ладно, ты мне не доверяешь? Не-не, я тебе доверяю, но это легче. Так, ну что ж. Ускорение, турбины, давайте. У нас минутка отдыха есть. Ну, а сейчас посмотрим, собственно. Нажмем. Интересно, как вот он так летит, ничего не задевает, просто прям летит. О, это ж космос. Думаешь, все сразу разлетается? Да, ты знаешь, я всегда удивлялся, когда в небе могут столкнуться два самолета. Ну, или, да, или в море два корабля. Так, мы... Та же самая и космос. Так, мы на месте. Как? А, все, нашел. Итак, нажимаем B. Да, нам вот туда лететь. Так, ну ладно, у нас воздух есть вроде, погнали. Нам нужно идти к какому-то челноку. 16 метров. А, вот. Стоп, тут что-то лежит. Опа. Я что нашел это? Еще одну станину. Так, чтобы выкинуть. Отлично. А я взял ее, она у тебя все. А, точно? А у меня все равно показывает, что я могу ее взять. А, тогда выкини что-нибудь. Или... А...
Ладно, да. Выкину аптечку. Отлично. Нормально. Так, что у нас там со временем? Ну, сейчас, я думаю, зайдем сюда. Да, опять? Принципе, еще один гардероб. О, уже нам не нужен. Тут переодевайся хоть на каждом шаге. А, слушай, я, кстати... А, это же не верстак. Глава пятая, кстати, у нас. И нам наверх на лифте. Ну что ж, давай поднимемся. Думаешь, уже подниматься? Может, в лифте закончим тогда? Да? Опа! А какой нам этаж? Не знаю. Надо давай. Сейчас... Давай. Второй я выбрал. Стой, стой, стой. Задание сейчас посмотрю. Миссии. Давай. Обследовать грили. Найдите вагонетчатую станцию. А мы точно на гриле? Мы на Терранове, как ты мне сказал. Ну ладно. У нас показывает. Ну цель тогда горит тут. Цель-то горит, да, вон. Так, ну что ж. Давай тогда закончим здесь. Да, да. Ну что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, комментируйте, ставьте лайки, зовите друзей, участвуйте в нашем конкурсе. С вами был Лилоки и Бочка Эля. Всем пока-пока. Пока-пока.